Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вот мне такой вопрос. Значит, вот вы в вашей передаче, да, я вот слово «либералы» услышал, наверное, ну раз 500 уже. А вот два звонка из всех были позитивные. Один человек предложил вот строить дома, вы это даже не восприняли нормально. И вы продолжаете, как будто вы здесь проповедник. Вы же экономист, вы все-таки получали образование экономическое. Как вы хотите строить? Как вы хотите строить дома? Как вы хотите строить дома? Для кого? Для людей? Да люди сами построят. Что вы все время их зажимаете? Что вы не даете жить людям? Понимаете, сидите здесь и разыгрываете здесь карточную шулерство, занимаетесь. На какой земле вы хотите строить эти дома? На которой, вот, земли в России, поезжайте, ее полно. Бога ради, где вы хотите строить? Почему вы против того, чтобы... В тайге, в тундре? Или вы хотите строить рядом с большими... Какая разница, люди построят, дайте землю, люди построят. Я не могу дать людям землю, потому что эта земля частная, она кому-то принадлежит. Вы понимаете, что нужно полностью менять все законодательство. А если вы начнете менять законодательство, это гражданская война сегодня. Вы готовы идти на гражданскую войну? Вот как вы этого понять не можете? 20 лет здесь создавалась система, которая не позволяет людям иметь свои дома, чтобы они все свои деньги отдавали капиталистам. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Русская служба новостей. Экономика по-русски или особенности национальной экономики.